На этих кадрах с видеорегистратора момент ДТП. Авария с участием сразу трех большегрузов произошла сегодня на 125-м километре трассы М8. По видео видно, что все попытки водителя грузовика МАН затормозить ни к чему не приводят. В результате столкновение. По словам шофера, основной причиной явился гололед. Просто машина такого плана на гололеде, она практически неуправляемая становится. Чуть-чуть притормозил, чтобы переднюю не догнать по гололеду, я понесу. Чистый каток, она боком пошла в сторону. Несмотря на серьезные последствия, пострадавших, к счастью, удалось избежать. Прибывшие на место ДТП инспекторы ГАИ в качестве предварительной причины называют несоблюдение дистанции. Столкновение закончилось опрокидыванием одного из столкнувшихся автомобилей. И также в ДТП, не являясь непосредственным участником, произошло опрокидывание еще одного большегрузного автомобиля. Вследствие невнимательности и сложившейся дорожной обстановки. Степень вины каждого участника госавтоинспекция назовет в течение 10 дней. Пока же перевозчики грузов подсчитывают убытки. Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов. День в событиях.